В самое ближайшее время для проведения следственных действий полицейские доставят в город Волгоград подозреваемого в совершении двойного убийства в городе Волжском. Сегодня ночью он был задержан на парковке одного из торговых центров города Москвы. В результате спланированной спецоперации оперативников и следователей подозреваемый не успел оказать сопротивление. Смотри сюда. Все, ага.